Банкрот. Смотря с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Ну, наверное, опять же, с моей точки зрения, самое справедливое будет рассмотреть это с экономической точки зрения. То есть любой маломальский коуч вам расскажет, что кредитных обязательств от уровня вашего дохода должно быть процентов 10, и это нормально. Если ваш доход составляет 100 рублей, к примеру, в месяц, то 10 рублей это должно составлять ежемесячные платежи по кредиту. Если 20% платежи составляют, то это уже нужно на это обратить внимание. Так вот, если у граждан больше 50%, а то и даже более чем 100%, а бывают и такие, обращаются к нам, уже выходят ежемесячные платежи, превышающие их доход или больше половины, как я сказал, это прямая дорога к банкротству. То есть это не дорога, это вы уже банкрот технически. То, что вы ходите или начинаете перезанимать деньги еще и еще, и это как снежный ком в конечном счете наваливается, это просто вы усугубляете ситуацию. То есть в лучшую сторону она уже не повернется. Она может повернуться, если вы увеличите ваш доход. Но, как правило, на сегодняшний день увеличить доход с такой же прогрессией, как увеличиваются платежи по процентам, по процентным обязательствам, к сожалению, не у каждого получается. Поэтому вот, наверное, это и есть банкрот в моем понимании.